городце необычное предприятие. Называется оно «Автокомплект». И раньше тут действительно делали только автожгуты и проводку для машин. Но сейчас в большинстве цехов производят щетки для уборки. Оказалось, что швабры и метелки пользуются гораздо большим спросом. Кстати, купив такую щеточку, ни за что не догадаешься, что сделал ее незрячий человек. 50% работников здесь – инвалиды. Да, им дается сложно какие-то моменты, вот, но когда они освоят, они уже не отвлекаются, входят в темп, и у них выработка гораздо больше, чем у зрячих. Необычные люди, как их здесь называют, работают на производстве с 2010 года. Тогда предприятие в первый раз решило участвовать в программе по трудоустройству инвалидов. И сразу же у них появился свой наставник. Сан Саныч здесь настоящий старожил, рабочий стаж без малого полвека. И последние лет 20 он почти ничего не видит. Руки двигаются, значит, можешь работать, утверждает он. Человек привычка. Люди привыкают, на солнце совсем слепые. Даже вяжут кружева, шарфы. А которые зрячие ничего не могут. Это все зависит от человека. Конечно, одной силы воли мало. Людям с ограниченными возможностями нужны специально оборудованные рабочие места. Поддержать их призвана программа по трудоустройству инвалидов. Здесь решаются две задачи. Первое. Эти люди, они очень целеустремленные. Они не хотят быть обузой обществу. Они хотят быть равноправными членами общества. Они хотят зарабатывать. Они хотят, как они говорят, иметь свет в окошке. И у них должно появиться свое жилье, свои возможности удовлетворения всех потребностей. Если в 2010, 2011, 2012 году суммарно у нас было 532 рабочих места оборудовано для трудоустройства инвалидов, то уже вот в 2013 году 304 рабочих места, в 2014 году план 311 рабочих мест. То есть мы видим, что идет наращивание объемов и темпов. Елена Павловна Шварцева работает охранником в пансионате «Лазурь». Совсем недавно перенесла инсульт, после которого получила третью группу инвалидности. Она долго не могла устроиться на работу. Наконец повезло. Ну, я дома сидела, поэтому очень хотелось устроиться на работу. Чего скрывать. А здесь мне очень нравится. И Елена Павловна, и все остальные герои сюжета уверены. Программы помощи в трудоустройстве инвалидов очень нужны. Они дают шанс не только заработать, но главное – самореализоваться. Если человеку создать хорошие условия труда, то с ним легко и просто. Они отзывчивые люди, добрые, они насиделись дома, они жаждут коллектива. Варвара Ермакова, Ринат Бикбаев из Городецкого района, объективно, ННТВ.